çek. Bir kızı verelim televizyonlara, meşhur olsun. Друзья мои, идем на пикник. Ашка меня ставит такие сумки. Пляжный пикник, вечеринка. Ой, расскажу вам сейчас, как я отправляла посылку, получала другую. Это было что-то, вот такую тяжелую посылку отправила в Грузию. Уже говорила, все, что было в холодильнике, в полках, упаковано, все, все передала, мои дорогие. А как вам мой новый комбинезончик? У нас так тепло, солнышко, говорят. Везде похолодало, а у нас в разгаре лето. Уважаемые друзья и подписчики, снова я, Светлана Атан. Уважаю сыночкам дорогу. Ну чем я не Монро? Привет вам от Индеры и Светланы из города Берсида. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также растяжкой. Делаем какие-то упражнения, прыгаем на скакалки, рисуем нейрографику и пьем кофе. Я делаю свой день прекрасный. Я двигатель. Смотрите, какая красота. Под цвет моей помадашки Бенде Руже более дильмы. Руже. Aynı evet. Одинаковая, не так? Birer tane alayım, içelim, ben gideceğim. Ne içeceksin? Bir al. Tamam. Aşkım, ha? Su alayım mı size su? Su var. Getirecek su. Как мы сидим, хорошо. Пока еще не сидим, ждем. Больше не покажу вам, это наш секрет. Наш секрет большой компании. Такое место для локации мы выбрали. Смотрите, никого нет вообще. Обалденно, обалдеть. Какой у нас шикарный стол. Мы тут пьем вино, пока красиво. Как классно у нас в Мерсине. Просто обалденно красиво у нас в Мерсине. Мы любим Мерсин, все. Девочки, вы любите Мерсин? Да, обожаем. Его невозможно не любить. Всем привет, мои дорогие. Мы снова с мужем идем гулять. Суббота сегодня. Гулянки не заканчиваются. Работать хватит, да? Расскажу вам, куда мы идем попозже. Сейчас идем на автобус. Добрый вечер всем, друзья мои. Сидим мы, отдыхаем. Okay. Без слов. Доброе утро, мои дорогие. Какое красивое растение, кустарник. Тут и такие красивые цветочки и ягодки. А я нахожусь на набережной. Два дня не ходила на море. А сегодня решила после йоги выйти. Море зовет, море зовет. Море зовет, вот, мои дорогие. Собрали зонтики у нас. Почему они это сделали, не знаю. Как-то все пусто стало. Сезон закрытый. Пойду я накупаюсь. Море замечательное. Всем удачного дня, мои дорогие!
сейчас начала чистить холодильник, и смотрите, хочу показать, сколько у нас соли. Это все новое. Мы такой запас сделали, вот сдалека вам. Здесь тоже сыр. Он, знаете, какой сыр? Сейчас объясню вам. Такой вонючий кетчуп. Так, это вот, смотрите, новое. И вот это новое. Надо было детям передать, не сообразила. Ну, не думала, что так быстро посылка дойдет. Так вот, мои дорогие друзья, а мы что с мужем выбираем? Я вам рассказываю, что моя подписчица, сейчас она стала очень близкой моей девочкой, передала мне вот такой подарок. Вот видите, сыры разные, итальянские, чеченские, черкесские, и сулгуни, и вот гаранзела, как это, с плесенью, боже. И у нас такая с мужем, мы выбрали с мужем вот такую тарелку, сейчас покажу вам, красотища, просто обалдеть. Вот. Вот такую тарелку. Это разных сыров. Видите, это с плесенью. Олечка, моя девочка, большое спасибо. Это так приятно, когда у тебя появляются такие друзья, которые хотят сделать приятным каждое твое утро. Вот я выбрала с мужем твои сыры, несмотря на то, что у нас их столько много. Очень приятно. Спасибо тебе огромное. Будем набирать килограммы и также 10 тысяч шагов проходить. Кстати, я не снимала, но мы по городу с мужем эти дни столько находили. Там, наверное, по 10 тысяч шагов это точно каждый день. Так вот, такая тарелочка. Сейчас яички отварила. Тут у меня инжира варенье, маслинки. Ну, в общем, такой завтрак просто будет супер. Спасибо, Оля, еще раз. Ты делаешь каждое наше утро. Как говорят, ты сделай это утро. Вот, это относится к тебе. Наконец-то я приготовила суп мерчевик, друзья. Знаете что? В чем дело? Почему я не готовила? Вы же знаете, что мой блендер испортился, и мы такой прикольный купили, браун. Потом покажу вам. Только купила я блендер для размельчения. Для супов, для пюре, вот таких вот дел. Чоппер. О, вспомнила. Я решила не комбайном, как у нас было, а вот именно все брать по отдельности и по калители, по качественней. 800 лир заплатил мой Ашка. Хепси Бурада. Покажу вам потом. А также я решила вот взять по две ляшечки и приготовить вот... Я их разрезала, вывернула, и так красиво они получились. А здесь остатки вчерашнего тантони. Тоже надо доедать салатиком. В общем, сегодня мы доедаем с Сашкимчиком. Все доедаем. Что я могу вам рассказать? У нас на балконе появился опять сюрприз. Я не знаю, как меня любят птицы. Они, я думала, сезон брачный закончился. А одно утро я сижу в салоне и гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль, воркуют, смотрю, они на этом горшке сидят. Ну, думаю, ну, все-таки мне жалко выбрасывать постоянно горшок. Я убрала горшок. Они прилетели, посмотрели, что здесь пусто, и мне понравилось. Затем я положила такую специальную коробку белую, из-под овощей. Думаю, для них сделаю домик. Вы знаете что? Они выбросили его. Такие характерные эти голуби. Я уже не знаю, как им помочь, что придумать. И вы знаете что? Они ворковали, и они вот придумали вот там вот. Вы видите или нет? Именно на козырьке, что есть какое-то такое место, они там начали вить гнездо, тем более у меня же от цветов вот так вот. Смотрите, я вам покажу, например, сейчас. Вот видите, оно закрыто, и вот на таком же они сидят. Я сейчас не знаю, они там есть или нет, но я так переживаю, что яйцо может упасть. И не знаю, что делать, друзья мои. Очень переживаю за них.
Ашкин, гель, емек сейчас. В общем, вот такие вот у меня сюрпризы и новости. Я сегодня занималась красотой, наводила порядок, поэтому посвятила день себе. Такие красивые у меня гвоздички, правда? Вообще все красиво. Все у меня красиво, потому что сделано с любовью. Друзья мои, у нас пополнение яйцо. Вы видите, беленькое. Я его заметила. А самой мамаши нету. А вечерами я несколько дней уже рисую нейрографику.